И всем привет, дорогие друзья, меня зовут Александр, и это игра Warcraft 2 Battle.net Edition. К сожалению, это у меня пиратка, так что пофигу. Новая компания, так, компания орков. И действие первое, море крови. Орда готовится к штурму континента Лордерона. Огрим вождь Орды, орков и правитель клана Черного Камня приказал тебе построить форпост на южном побережье Лордерона, чтобы обеспечивать безопасность земли Зулдар. Как и того требует дух Хаммер, ты должен построить бараки и несколько ферм, которые будут снабжать пищей твои войска. Цель: построить 4 фермы, построить бараки. Совет Warcraft. Не показывать. Ты должен получить дополнительные советы, сейчас нажав на кнопку «Следующий». Или позже, кликнув на кнопку «Меню» и в верхнем левом углу экрана, и потом перейдя в меню «Помощь». Ну ладно. Так. Перво-наперво, вот. Теперь. Да. Так, вот построить. Бараки, ферма. Так, дальше. Первый орк рабочий. Так. Ремонт. Добывать ресурсы. Так. Вот. Тут есть этот. Рудник. Тип свиноферма строится. А пока что ждем, пока она построится. Либо на. Либо вот сюда. Малые или старые фермы. А, ну сейчас свиноферма придет. Сделается. Так, а вот и мой герой, да? Гарант. А, нет, это не герой. Это орки сами. Ну ладно. Так, стоп, нет. Построить бараки. Сколько мне? 700 золота, 450 друзей. То есть, а! Ну, один уже добывает. Надо побольше рабочих. Мало золота. А сколько они стоят? Они... Е-мать! В третьем Варкрафте было куда меньше цена на орков рабочих. Боже мой. Боже мой. Чувак, ты сюда? Ты иди руби лес. Так, ага. Ну, карта маленькая, так что... Так, пойдем-ка исследовать. Так, пока что ничего нет. Опа-на, а вот эльфы. Так. Ой. Блин, уже первого же свою боевую это единицу уничтожил к чертям собачьим. Так. Дальше исследуем. Так, ага. Пехотинец. Понятненько. Ну, с легкостью справились. Дальше идем. Так. Ничего нет. О! Новый рудник. И его охранник. Эльф. Так, по сути, я с ним должен справиться. Да, я справился. Надо отправлять этого моего единицу обратно на базу. А то, блин. Будет плохо. Так, сколько там у нас? Ага, уже можно. Блин. Эй, чувак, выходи отсюда. Ты иди сюда. Теперь бараки. Так, куда бараки? Вот сюда. Все.
Так, рудник уже... Второй рудник найден. Это уже хорошо. Дальше. Ждем, пока построятся бараки. Так. Ну, будет немного медленно. Но это того стоит. Так. Ну... Так, все, построился. Построились бараки, уже хорошо. Теперь можно... Можно... Так, сработать. Так, дальше. Ферма, еще одна. И ждем еще. Ну ладно. Пока что я пойду исследовать дальше. Может, что-нибудь да найду. Так, ну, пока что нету таких. Опа, на. А, блин, не посмотрел на его HP. Ну ладно. Так, чё я такой? Так, я что делать дальше-то? Нет орков же. А, поставлю просто. Так, понятно, что... Так. А чё так только по одной единице? Ну ладно. Все больше и больше нюансов нахожу во втором Варкрафте. Но... Именно второй Варкрафт... И самый один из самых прикольных. Так. Все. Отправляем сюда двух... двух боевых единиц. И идем к крестам базы врага. А, нет, не база врага. Так было бы... Так, чувак бежит бегством. Все, убили. Так. Блин. Так, ну, кажется, все. Исследовали все, что могли. Что я мог. Я уже исследовал. Надо отправиться только сюда. Ну, тут уже вообще ничего нету. Я всю карту, кажется, исследовал уже. А, тут маленький короткий путь. Уже хорошо. Так, а сегодня... А здесь что? Деревья, да? А, пустота. Ну, ладно. А тут уже понятно, что это... Что там? Ничего. Просто деревья. Так. Ну да, так и знал. Ладненько. Ну и все. Теперь надо остается вырастить еще больше военных единиц. Или... И еще одного орк-рабочего. Так. Ну, пока что все идет прекрасно. Я так думаю. Так. Построить ферму. Ага, мало золота. Ну, чувак, иди. Нет, ты пойдешь пока что на дерево. Так. Золото, лес, нефть. Чего, блин? Ай, вправду. Прикольно. Как я помню, в третьем Варкрафте не было нефти. Там были только две единицы ресурсов. Это золото и древесина. А тут во втором даже, наверное, даже поинтереснее постройки будут. Ну, как я вижу, уже интересные постройки есть. Так, третьего сделаем. Пофигу, что у меня меньше будет золота. Так-с. Мне, наверное, еще одну свиноферму сделать надо. Бараки, великое соборище. Хм, прикольно. Так, ферма. Дальше идем. Ну, пока что все норм.
Никаких нету врагов. Такс. Ну, первая миссия, хотя и обучающая, но долгая. Я уже знакомлен с механикой Варкрафта еще с третьей части. Так что мне пофигу. Так. И сколько я уже сказал слово «да», «так». Ай, да ладно. Ага, мало золота. Так, во, все. Сохранить, конечно. Ну, просто напишу. Сохранить. Результат победы. Ранг. Звание раб. Очки 720. Юнит и задание. Здание золото. Деревья. Нефть. Убито. Снесено. Нация Азерота. Враг. Ну, это уже на следующий выпуск будет.